вернулся. Фадеев. Он реально классный. Покажите свой голос. Заходите на сайт, заполняйте анкету и загружайте музыкальные файлы со своим голосом. Мам! Так вот. Вот. Здравствуйте. Меня зовут Мария Пескова. Я из города Одинцово. Я хочу исполнить песню... Расположите свернутый презерватив на головке эрегированного полового члена. Сковородка-то дурацко пригорает. Ты долго там торчать будешь? Чё ты там намываешься? Кристина, делай, пожалуйста, Маше чай. Мам, я убегаю. Ну, что значит убегаю? Ты видишь, сейчас ни там, ни нет. Задолбала выйти. Между прочим, Маша готовится на голос. Надо было меня в унитазе утопить, когда Маша родилась. Не смей так с матерью разговаривать. Сдолбал снимать, что надо. Слушай, я вчера нашел окно в сайт Министерства образования и скачал туда ответ на ОГЭ. Круто, спасибо. И давай иди поешь перед выездом, пока еще Что, думаешь, будешь одеваться как проститутка? Это твою тупость завуалирует? Откуда тебе знать, как я одета? Как жаль, что ты не видишь, как я сейчас выгляжу. На, потрогай. Фу, блин, отпусти меня, стошни сейчас, дура! Сама дура. Мама, я переживаю. Что? Послушай, тут за Кристиной парень на мотоцикле приехал. Кристина! Дрянь какая, а? Где он там? Слышь ты, Мотыкобель, ты знаешь, сколько ей лет? Ты давай вали, пока тебе Женина вылила, пока милицию не вызвала! Полицию. Ты видишь, что она собой творит? Ты видишь это? Сиди дома! И учись! Это она шляется, врет, ладно, обманывает. Да, конечно. Гитара. Нет, мы завтра пойдем, купим тебе новую гитару. Мать! Что, деньги мне урвала из кошелька? Ты что, когда у тебя в вещах-то рылась? Тут вчера были деньги. И далеко не 100 рублей. Кто сегодня заходил? Макс, но он не заходил в квартиру. Значит, в доме посторонних не было. Что? Я ничего не брала. Если это не я и не вы, то это она. Как Маша могла взять? Как? Руками! Я знаю, но специально обыщите ее. Да зачем мне было красть деньги? Мне же их даже девать некуда. Мне же не нужно было чулки с поясом покупать. Какие чулки? Ты думаешь, очень взрослая, да? Пап, ну-ка! Пап! Ну-ка! Пап, не надо! Надо, надо! Пап, пап! Мне нужна твоя помощь. Тебе очень больно. Я все видел.
Покажи. Я готова с тобой трахнуться, если ты поможешь мне отомстить. Но только когда сделаешь все, что я скажу. Алло, Мария, здравствуйте. Меня зовут Максим, я вас беспокою с кастинга отдела шоу «Голос дети». Поздравляю, вы прошли отборочные этапы. Мы приглашаем вас на съемку слепых прослушиваний. Поздравляем вас. Максим, вы так не шутите, ладно? Мария, какие шутки? Вы буквально вскочили в последний вагон. Поздравляем, съемки уже завтра, времени почти нет. Ой, а там же все с семьей приходят. Им, наверное, надо как-то сообщить, да? А так мы это отдельно снимаем. Завтра мы снимаем только выступление, потому что у наших наставников очень большая занятость. Ни о чем не думайте, завтра в 16:00 мы за вами заедем. Хорошо. До свидания. До свидания. Фух. Крис, меня отобрали. Я не повернулся, потому что был ужас какой-то. Ты думаешь, что у тебя есть шанс? Нет. Блин, а вдруг она все поймет? Они же все чувствуют. Брачухает, что мы в школе. Во-первых, она этого не поймет, потому что она в школе никогда не была. А во-вторых, я со всеми договорился и все продумал так, что она даже не опомнится. Теперь пришло ее время из-за тебя рыдать. А мы с тобой запремся где-нибудь в школе, сразу после шоу. Ты же не передумала? Спасибо вам всем, что вы все ко мне повернулись. Но я выбираю в наставники Максима Фадеева. Спать ложись, что ты там бормочешь. А какую они машину прислали? Черный Мерседес. Так, нам же 40 минут до станки наехать. Да, можем за 20 домчаться. А давай мы развернемся, пока не поздно, а? Маш, прекрати. Сейчас уже слишком поздно, и тем более ты прекрасно поешь. Правда? Чего, я тебе врач, что ли, буду? Крис? Чего? А ты знаешь, что Останкинская башня – это самое высокое здание в Европе? Мария, здравствуйте. Я имел честь разговаривать с вами по телефону. Проходите, пожалуйста. Мне нужны 12 моделей, чтобы очень, очень длинные ноги. Какой гонорар? Два из кресла не отремонтировали. Фадеева вчера полчаса крутила. Сейчас я возьму эти пропуски. На этом телевидении одни геи. Нормальных мужиков не осталось. Не подскажешь, где третий павильон? Мне нужны 12 моделей. Константин Львович нас убьет. Там нет третьего павильона, там пятый. Меня Бондарчук умолял на коленях в массовке сняться. А у вас что, только молодежь работает? Ну так это же телевидение. Тут прогрессивная молодежь формирует, знаете. Можно нам 2 пропуска на «Голос дети» на Марию Пескову? Хорошо. Здравствуйте, вы Мария Пескова? Да. Приходим Марии Песковой через 5 минут. Мария Пескова встретила, как приняли, прием. Принято. А где мы? А мы в коридоре с павильонами. Знаете, здесь снимают разные телепередачи. Ты сама не знаешь, что это ребенок? Это ребенок Саша. Да, конечно, их там было 5 человек. Убери руки от его мужа. Они что, дерутся? Да тут снимают, пусть говорят. Спонсор нашей программы. Меня зовут Аврора, мне 6 лет. Если Фадеев не повернется, то я не знаю, упаду в обморок. Обалденное лакомство. Какая красотка! Открытый звук. Замечательно спела Сабина. Поаплодируем Сабине. Прекрасно она поет.
поют Данила Гаврилов, потом Наталья Куркова, потом Анна Зайцева, потом Николай Платонов. Так, давайте найдем что-нибудь легкое и элегантное. Добавим шикарных изделий. Это ваш порядковый номер. А вот и изюминка образа. А что это? А руками, руками не трогайся. Настоящая звезда. Блин, что же сказать? Знаешь, как из нее Кристину спили. Мария, меня зовут Анастасия. Расскажите о себе пару слов. Крис? Крис? А у тебя интервью берут. Меня что, на камеру снимают? Ага. Здравствуйте! Меня зовут Мария Пескова. Я из города Одинцово. А почему они смеются? А, радуется Мария? Поздравляю! А, давайте пройдем на общую фотографию всех счастливых конкурсантов. Так. Отлично. Скажите сыр. Сыр! Выход Марии Песковой на красную дорожку. Мария, мы перед выходом на сцену. Сейчас выступает другая конкурсантка. Вслед за ней будете вы. Кристина проводит вас на сцену. Страшно. Мы с тобой договаривались. Такой шанс. Наступать уже поздно. Я не думала, что ты так волнуешься за меня. Мы переходим к следующему участнику. Ключ от кладовки спортзала. Так что сразу после шоу идем. Сейчас Фадеев ей покажет, какая она звезда. Ты что делаешь? Я знаю, что делаю. Ты погляди без отчаяния. Спасибо вам большое. Выступать на этой сцене перед миллионами телезрителей — уже большая победа для меня.
Я даже и не думала, что ко мне повернутся все наставники. Спасибо вам, что оценили мой голос. Я просто очень волнуюсь. Здесь сейчас нет моих родителей, но они все увидят по телевизору. Мне нужно сказать пару слов. Я хочу поблагодарить человека, который помог мне поверить в себя. Это моя сестра. Крис, спасибо тебе большое. Я поступила очень подло. Я правда хотела, чтобы тебя тогда наказали. Прости меня, пожалуйста. Мама и папа. Это я украла деньги. Крис тут ни при чем. Крис, прости меня. Пожалуйста. Крис, я тебя очень люблю. Прости меня. Пожалуйста. Ты прощаешь, Крис? Прощаю. Спасибо. И я выбираю в наставники Максима Фадеева. Чё ты смотришь на меня? Давай, выпутывайся сама. А трахаться все равно придется. Я свое дело сделал. Какой же ты мерзкий. Извините, но тут какая-то ошибка. С чего вы взяли, что к вам кто-то повернулся? Ну, я слышала звук кнопки. Это невозможно, потому что эти звуки накладываются при монтаже, артисты их не слышат. Извините, но вы не дотягиваете вообще до уровня нашего конкурса. Отвали. А скажите, пожалуйста, это вам родители сказали, что вы прекрасно поете, что вы такая замечательная? Так это не так. Ты из себя ничего не представляешь. Дебила, на прощение попроси. Не верь ему, это все неправда. Это шоу — это просто розыгрыш. Мы не в Останкино, мы в моей школе, в спортзале. Зрители, это шум из колонок. Здесь всего человек 15, ну скажите ей, блин, скажите. А продюсер — это просто наш сосед Максим. Маш! 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 Господи, Маш! 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 Да господи, Маш! Да, блядь, разойдитесь, блин, всех! Хватит воздуха дайте! Максим, ты чего ты стоишь? Как скорую позвонить? Скорую вызвать! Как скорую позвонить, кто-нибудь знает? Как скорую позвонить? Алло, скорая, скорая, здесь девушке плохо, она в обморок упала. Можете, пожалуйста, приехать? Господи, что, пульс? Господи. Я ее убил! Я уплываю, и время несет меня с края на край. С берега к берегу сот мили, кот мили, друг мой, прощай. Знаю, когда-нибудь с дальнего берега на мне прошла. Крис, ты что там башкой об стены, что ли, бьешься, я не пойму. Вот дураки, блин. Ну что, круто я вас разыграла. Кстати, вы знаете, я изначально реально верила. Осталось ли что-нибудь после меня? Забвенья на поздней окраине жизни твоей. Ты погляди без отчаяния, ты погляди без отчаяния. Вспыхнет ли, примет ли облик безвестного образа, будто случайного, примет
А теперь обнимите. А теперь поцелуйтесь в засос. Шляться, окончательно отупеешь. Ой, ты зато у нас звезда. Да, я звезда. Так, ты опять набросала шмотки на мою кровать? Ну все, я тебя предупреждала. Дура, блин! Сама дура! Дура! Сама дура!